Первые багги появились в Америке в 50-е годы. Делать их стали из автомобилей Volkswagen Жук. Отсюда и название. Ведь по-английски жук – это баг. А в 30-е годы в Австралии зародился необычный вид гонок на колесницах. Правда, запрягали туда не лошадей, а мотоциклы. Никите Михалкову 20 лет. Киев – Крещатик. 86-й год. Арнольд с коллегами на съемочной площадке «Хищника». Автомобиль «Крайслер» с газотурбинным двигателем. 63-й год. Да, и такие двигатели ставят еще на самолеты. Жил когда-то на нашей планете вот такой вот зверь под названием гигантопитек. Средний вес 400 килограмм. Билл Гейтс и Пол Аллен в 68-м году. Папа Римский Бенедикт XVI по молодости лет вступил в Гитлерюгенд. Ну а затем, под конец войны, воевал в частях ПВО Австрийского легиона. Поезд «Меркурий», Америка, 36-й год. Кажется, что он с другой планеты. Венгр Ласло Биро в 43-м году придумал и запатентовал шариковую ручку. Больше всякого такого на нашем телеграм-канале. Ссылка в профиле.